вами договаривались, что... В прошлый раз мы с вами договаривались, что мы сегодня будем разговаривать про нас, про наш организм, все, что у нас есть, и начнем изучать с того, как мы устроены, какие у нас части тела. Ну, давайте сначала посмотрим на вот такую картиночку. Сейчас. Вот. Самое возьмем для начала большие части, разберем наши запчасти. Что у нас есть? Голова. Голова, кто знает, как называется? Помимо слова «баш», кто знает еще одно слово? Кафа. Слышали такое? Кафа. Есть слово «кафа» и «баш». Это одно и то же. Это у нас означает «голова». Дальше. У нас есть «вюджют». «Вюджют» – это тело. «Вюджют». Потом у нас есть части, которые двигаются. Это руки и ноги. Рука называется «кол». Полностью, целиком. Вся рука называется кол. А вот эта часть у нас называется эль. Эль. Дальше. Вся нога целиком называется баджак. Баджак. А нижняя часть называется аяк, стопа. Кстати, кто знает или помнит, как называется обувь? Аяк. Правильно, аяккабы. Откуда берется слово аяккабы? Аяк – это стопа, а кап – это формочка. Формочка для ноги. То есть то, что мы одеваем на ноги, это форма для ног. Аяккабы, поэтому там две буквы «к». Аяккабы. Дальше. На руках и ногах у нас есть что? Пальцы. Пальцы. Пальцы, да, Анастасия. Пармак. Правильно, пальцы называются у нас пармак. Что у нас еще есть? Передняя часть нашего организма называется гёс. Гёс. Гёс – это грудь. А сзади у нас спина. Спина называется сырт. Сумка, кстати, которую мы носим на спине, рюкзак, по-турецки так и называется сырт-чантасы. То есть на спинная сумка. Сырт чантасы. То есть все сумки у нас называются чанта, но именно та, которую мы носим на спине, рюкзак, назвали сырт чантасы. Ну, давайте теперь посмотрим поближе к голове. Разберем части, которые у нас на голове есть. Юз – это лицо. Юз. А что еще обозначает слово юз? Да, Ясмина? Сто. Сто. Число... Молодец. А кто еще знает один смысл этого слова? Кто вспомнит? Вроде плыть или что? Плавать, правильно. То есть use – это повелительная форма. Мы приказываем плыви, use, плыви. То есть видите, у слова use у нас есть три значения. Одно из них – лицо. Одно из них – сто, и одно из них еще называется «плыви». Мы приказываем «плыви», «юз». Это в турецком языке называется «сестешкелемин». То есть «сестеш» – что это значит? Когда звуки у нас одинаковые, пишется одинаково, но имеет разное значение. Вот. Как мы переводим? По тому, что говорилось в предложении. Мы слушаем, про что говорили. Если говорили про лицо, то мы знаем, что это лицо. Если говорили про цифры, то мы понимаем, что это была цифра 100. Ну, а если кто-то говорил кому-то «плыви», то мы так и переведем. Что у нас есть интересного на лице? Сачлар. Сачлар – это волос. Сачлар. Дальше. Алын. Алын. У нас лоб. Göz. Это глаз. А кто помнит, как мы делали множественное число, как сказать глаза? Как сказать глаза?
Один göz, а много? Gözler. Молодцы, gözler. То есть мы добавляли лар или лер. Вот волосы тоже сач или сачлар. А что мы еще с вами говорили, что можно одевать на глаза, чтобы хорошо видеть? Да, Анастасия? Gözlük. 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 Gözlük, то есть то, что мы одеваем на глаза. Gözlük, очки. Дальше, что у нас есть? Брови. Бровь – каш. А как будет двое бровей? Брови. Башлар. Да. Кашлар, правильно. Кашлар. Дальше, янак. Янак – это щека, а щеки? Анастасия? Янаклар. Молодец. Бурун – нос. Бурун. Губа – дудак. А как будут губы? Анастасия? Губы? Дудаклар. Дудак. Одна губа – дудаклар. Губы. Диш – это зуб. А как сказать зубы? Говори. Дишлер. Дишлер. Правильно. Я знаю, как будет зубная щетка. Как будет? Дишфорчасы. Молодец. А как будет чистить зубы? Это я уже не знаю. Она, Ясемина? Дишлерифорчаламак. Молодцы. Дишлерифорчалайормусунус. Чистите зубы. Форчалайормусунус. Молодцы. Так, ауз. Что такое ауз? Ауз у нас рот. Ауз. Это рот. Чене – это подбородок. Чене. Боюн у нас шея. Боюн. Ну, есть еще слово такое кирпик. Кирпик. Видите? Кирпик. Это реснички. А как будет много ресничек? Анастасия? Кирпиклер. Тоже правильно. Знаете что, не перепутайте это слово со словом кирпи. Кирпи – это ежик, а кирпик – это ресницы. Чтобы не сказать, что у нас на глазах ежики растут, не забудьте про буковку К. Дальше. Давайте посмотрим еще. У меня есть тут карточки. Посмотрим, какие части тела мы забыли назвать. Вот видите, здесь голова приводится как кафа. Кафа. А там у нас какое слово было? Кто помнит? Говори. Баш. Кафа. Баш, правильно. Баш или кафа – это голова. Но вы знаете, что слово баш мы можем использовать во многих местах. И не всегда баш – это будет обозначать голову. Например, как сказать столица? Город у нас Шехир или Кент. В данном случае используем слово Кент. Добавим перед ним слово баш, и получится Башкент. Что такое Башкент? Это столица. А какая у нас в Турции столица? Анкара. Правильно, Анкара. То есть в Турции столица – это Башкент. Дальше, когда мы еще можем использовать слово «баш». Например, «башкан». «Башкан» – это главный. «Джумхур башканы». У нас в Турции самый главный человек, президент, это «джумур башканы». То есть тоже главный. «Башбаканлары». «Башбаканлары» – это министры. То есть все со словом «баш» – это значит кто-то какой-то главный. Есть еще интересное слово. Вурмак – это вообще ударяться или бить. Башвурмак. Башвурмак – это значит подать куда-то заявление.
Это не значит, что мы бьемся головой. Башвурмак. Например, мюзик окулуна башвурдум. Я подала заявление в музыкальную школу. Отправилась, записалась на музыкальную школу. Дальше смотрим. Да, Анастасия, что ты хочешь спросить? Я помню, когда с подружкой гуляла во дворе, что у нас были два ежика. Красота, кирпи, да? Тут много ежиков бегает тоже. Они так, ночные животные, любят выбегать в основном по ночам. Энсе. Энсе – это затылок. Энсе. Дальше. Боюн – сказали. Шея. Омус. Что такое омус? Это плечо. Да, Мира? Мира, что ты хочешь спросить? С мамой начали гости на гости, мы увидели одного ежика. Тебя что тихо слышно было? Скажи еще раз. Тогда мы с мамой вышли ночью на улицу, мы увидели ежика. Вот красота какая. Ежики кругом бегают. Гюс. Грудь. Кстати, кафес – это клетка. Кафес – это и птичку мы в клетку сажаем, называется кафес. Но если мы скажем «гюйс кафесе», это будет уже по-взрослому грудная клетка. «Гюйс кафесе». То есть именно наши ребра составляют грудную клетку. Что делают наши ребра? Как вы думаете? Для чего нам ребра даны? Да, кто хочет отвечать? Давай, Софья. Ребра даны, что просто, если у нас не будет ребер, тогда мы просто будем как-то так заедаться и будем схожи в этот. Ну не, у нас на этот случай еще позвоночник есть. Ребра нам даны, чтобы защищать наши внутренние органы. У нас там сердце, у нас там легкие. Вдруг ударят, а у нас ребер нет, сразу в сердце и все. Нам для чего даны ребра, чтобы защищать наши внутренние органы. Вот, голова вот у нас, например, наш мозг защищает. Мозг бейн. Бейн. Это мозг. Дальше. Сердце, кстати. Сердце – это кальп. Смотрим дальше. Вот сырт. То, что я вам говорила, спина. Сырт. Следующее. И скелет. Очень радостная картинка. И скелет. Почти как по-нашему скелет. Только добавили буковку И. Только я не понимаю, как он сидит, если сидит вот так, если он не может шевелиться. Ну, посадили его, как манекен. А как он держит руки, он же просто упадет. Может, ниточками привязали, может, чем-нибудь фиксировали. Кафатослава. Или еще, как говорят, кафатосе. То есть это череп. Сейчас очень модно майки с черепами. Кафатосе. Дальше смотрим. Карын. Карын – это живот. Карын. Как мы говорим, если у нас живот болит? Карным арьор. У меня живот болит. Карным арьор. Карным – это мой живот. Карын – просто живот. Еще живот называют гёбек. Очень смешная в Турции фраза. Гёбек атмак. Что такое атмак? Атмак, кто знает, что это за слово? Атмак. Кидать. Кидать или выкидывать. Кидать или выкидывать. Так вот, гёбек атмак в Турции означает кидаться животом. То есть, как если вы видели, как турки на праздниках танцуют. Mm-hmm. Вот это и называется кидать живот. То есть, гёбек атмак – это танцевать. Дальше. Кемик. Что такое кемик? Мы все состоим, да, Софья? Это кости. Правильно. Мы все состоим из косточек. Знаете, сколько в человеке косточек? 206.
Да, Анастасия. Когда мы будем взрослыми, то у нас будет 230 косточек. Это у новорожденных почти до 270, а когда мы вырастаем, у нас остается примерно ики юз алты. Кто знает, сколько это ики юз алты? Да, Ясмина? 126. Ики юз алты. Ты начинала правильно. 206. И кию залты. Да, примерно столько у нас косточек. У ребенка, когда он рождается, у него многие косточки – это хрящики, мягкие. Хрящик называется кокырдак. Слово такое смешное – кокырдак. Вот. А потом эти мягкие хрящики потихонечку затвердевают и становятся косточками. Дальше. Кол. Вот я вам говорила, вся рука целиком. Кол. Так. Аяк. Аяк – это нижняя часть. Вся нога. Баджак – вот это нижняя часть. Аяк. Дирсек. Дирсек – это локоть. Дирсек. Эль. Вот она, наша L, рука. Билек. Что такое билек? Это кисть. Да, это запястье. Вот здесь запястье, там где кисть. Кстати, браслет называется для девочек либо билеклик, либо билезик. Вот у тебя, Софья, он у тебя, по-моему, твердый. Это билезик. Да, это билезик. А когда такой он свободно телепается, это билеклик. Он свободно телепается. Не, ну в том плане, что вот он у тебя как кольцом сделан, а когда цепочка, и билеклик. Она просто видно тут, вот тут нитки, а вот mm-hmm. шарик. Но красота. Дальше. Ауч-ичи. Что такое ауч? Ауч – это наша ладошка. Ауч. Ауч-ичи – это внутренняя часть ладошки. Дальше. Пармак. Палец. А на пальце есть тырнак. Тырнак – это ноготь. Диз. Диз – это колено. Дальше. Балдер. Балдер – это нога с задней стороны. Балдер. Называется. Ну, это тоже часть у нас имеется. Попо. А як у нас уже была. Топук. Топук – это пятка. Кстати, когда девочки носят туфли на каблуке, туфли называются топук-лу. Топук-лу, а як кабе. Что это значит туфли на каблуках? Анастасия, что-то спросить хочешь? Как будет кровь на турецком? Кровь? Кан. Кан. Кан называется кровь. К-А-Н-Е. Кан. Кан акьор. Кровь течет. Кан акьор. Сейчас мы с вами посмотрим, что может с нами случиться, какие с нами могут неприятности произойти, и разберем их с вами тоже. Аякалты, подошва наша. Вот такая вот аякалты. Ну, пармак у нас уже был. Тырнак, вот я вам говорила, ноготок. Юмрук. Юмрук – это что? Кулак. А что такое мы забыли на голове назвать кулак? Кулак – это ухо. Вот по-нашему это кулак, по-турецки это юмрук. А сам кулак – это ухо. Кулаком в кулак, так быстро запомните. Кулаком в кулак, вот он наш кулак. И что, у нас тут все. С головой разобрались. Ну, скажите, давайте попробуем посмотреть, что у вас запомнилось. Как будет нога?
Нога как будет? Аяк. Аяк. Это стопа, которая у нас внизу. Правильно? А как будет рука? Эль. Эль. Это вот эта часть. А вся целиком? Ол. Ол. Правильно. А как будет у нас голова? Кафа. Кафа. Молодцы. А как будет шея? Бо. Боюн. Молодец. Так, а как будет спина? Спина. Сырт. Правильно. А как будет живот? Карын. Молодцы. Палец. Палец как будет? Пар? Пармак. Пармак, правильно. Ну, хорошо. Будем считать, что пока запомнили. Давайте посмотрим, что какие травмы могут, не дай бог, с нами случиться. Будем, как они называются, чтоб, если что, мы могли сказать. Что может быть такого? Буркулма. А я ма буркулдум. Что это значит? Буркулма – это вывих. Шли-шли, ногу подвернули. Буркулма. Дальше. Такое слово крык. Кырмак – это ломать. Крык – это перелом. Если увидите кто-то в гипсе, то колу, ну, кырды. Поломал руку, значит. Крык – это у нас перелом. Дарбе. Дарбе – это ушиб. Например, ушибся, ай, дарбе, ударился, ушибся. Кесик. Что такое кесик? Это порез. Если ножиком неаккуратно пользоваться, то можем себе нечаянно порезать что-нибудь. Кесик. Кесмек – это резать, кесик – это порез. Дальше. Сырык. Царапина. Сырык. Дальше. Мурарты. Ну, мурарты, наверное, часто сталкивались. Синяк. Еще его тут говорят простым языком. Морлук. Синета. А кто сталкивался с такой неприятной штукой, как заноза? Кому-нибудь попадала заноза в палец? Тысячу раз. Тысячу раз. Вот. Кыймык – это заноза. Кыймык батты. Кыймык – это заноза. А на солнце кто-нибудь из вас обгорал? Вот, все у Софьи происходило. Гюнейшьяны. Гюнейшьяны. То есть солнечный ожог получается. Вообще яныг – это ожог. Если мы до чего-то горячего дотронулись, у нас сразу краснеет. Это получается яныг. Ысырык. Ысырык – это укус, когда кто-то укусил. Ысырык. Ну и плюс здесь в Турции очень много больших-больших осы пчел. Вот это называется бёджек сокмасы – укус насекомого. То есть ары сокту – это ужалила пчела. Ары сокту – вот что у нас бывает. Если вдруг что-то такое случится, надеюсь, вспомните слово, скажете «кымык патты». Вдруг пригодится будете, когда здесь, кто здесь не живет, а кто здесь живет, сможет обратиться к учителю и сказать, что у него произошло. Ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим дальше. У нас есть некоторые слова, которые мы будем называть необычно. Вот вы слышали, я говорила слово «карын». «Карын» – это живот. А как мы говорили «болит живот»? «Карны марьё». Почему мы сказали «карны»? Потому что мы, когда говорим, что это мой живот, мы выкидываем одну букву. Почему мы ее выкидываем? Ну, как такового правила нет, просто буквы ее выдавливают.
так интересно происходит, что некоторые буквы у нас из слов выдавливаются. И в основном эти слова у нас связаны с нами. Например, «аз». Что такое «аз»? Это наш род. Правильно. Вот, если мы скажем «мой род», «беним азым». Обратите внимание, у нас буковка «ы» потерялась. Мы сказали, что это «мой род», «беним азым», но потеряли здесь букву. Дальше, «акыл». «Акыл» – это «ум». «Беним аклым». «Акыл» – «ум», но «мой ум» будет «аклым». А как, кстати, сказать, что я умный, кто помнит? Мы с вами образовывали. Как сказать «я умный»? Или вообще просто слово «умный»? К слову «акыл» какой мы можем хвостик добавить? Забыли? «Акылы». Помните, мы с вами говорили «шекер», «шекерли», «туз», «тузлу», «сахар». Из сахара мы делали сладкий, из соли мы делали соленый. А вот «акыл» – это ум, «акылы» – умный. Чок «акылысынес». Очень умные вы все. Дальше. «Алын». Где у нас «алын»? Это лоб. Вот он. «Алын» слово тоже потеряет буковку «ы». «Алным» – мой лоб. «Бейн» – это мозг. Как сказать «мой мозг»? «Бейни» вроде. «Беним бейним». Правильно. «Беним бейним». «Боюн» – шея. Кто может сказать «моя шея»? «Беним боюнум». «Бойнум». Вот здесь мы тоже потеряем букву «у». «Беним бойнум». «Боюн», но мы теряем буковку «у». «Бойнум». «Бурун нос». Как сказать «мой нос»? Кто скажет? Да, Анастасия? «Беним бурнум». Бурнум. Правильно. Здесь мы тоже потеряем вторую буковку. Бурнум. Беним бурнум. Беним гёзюм. Беним кулагым. Беним кафам. Беним юзюм. Все мое. Когда мое, помните, да, добавляем наконец хвостик с буквой «м» на конце. Дальше. Что такое эмир? Эмир – это имя мальчика здесь, в Турции, и в то же время это приказ. Например, комутан эмир верьер. Командир отдает приказ. Эмрим – это мой приказ. Эмрим. Фикир. Фикир – это у нас идея. Какая-то идея или чье-то мнение. Беним фикрим. Это моя идея. Или это мое мнение. Бубеним фикрим. Или, например, кто-то предложил какой-нибудь, давайте сегодня поедем на море. Я говорю, чок и фикрим. Очень хорошая идея. Гюйс. Это грудь. Гюйсюм. Моя грудь. Гюйсюм. Исим. Все знают, что это такое. Что такое исим? Исим. Имя. Имя, молодцы. А как еще вторым словом называется имя? Как еще адым. Можно сказать? Адым, правильно. Беним адым или беним исмим. Это будет одно и то же. Вас могут спросить, как сынин адынне, как тебя зовут, или сынин исминне. Это будет один и тот же вопрос. Сынин адынне или сынин исминне. Как тебя зовут? А фамилия будет точно так же звучать. Сынин соядынне. Соядын – это фамилия. Или сой исмин. Сой исмин – тоже фамилия. Из-за того, что у нас у имени два названия,
И фамилии мы тоже можем называть от этих двух названий. Изин. Изин – это отпуск или разрешение. Или какой-то выходной. Это все у нас изин. Изним. Мой отпуск или мое разрешение. Изним. Вот наш живот. Карын. Карны марио. Арьор – это болит. А как сказать, у меня грудь болит? Кто скажет? Ну-ка, кто соберет? Грудь у нас гёс. Как сказать, у меня грудь болит? Да, Анастасия? Да? Чайно. Да, Софья? Гёсю Марио. Правильно, гёсю Марио. А как сказать, у меня голова болит? Да, Мира? Да, баши Марио. Баши Марио. Правильно, баши Марио. У меня болит голова. А как сказать, у меня рука болит? Рука болит. Элим арьор. Элим – это только эта часть. А вся рука? Кол. Колум арьор. Колум арьор. А нога болит? Аяк арьор. А со словом аяк мы с вами раньше работали, что буковка К, когда на конце, она переходит в какую букву? Йомушаге. Правильно. Йомушаге. Если мы добавляем окончание на глаз, то мы их йомушаге переделаем. Значит, получается не аяк, а аям. Моя нога болит. Аям арио. У меня болит нога. Но это нижняя часть ноги. А вся нога? Ну-ка. Баджам арио. Баджак. Баджак нога, баджа марио. Ну ладно, у нас уже почти все поболело. Идем дальше. Все уже переболело, что могло. Метин. Метин – это текст. Для тех, кто учится в Турции, вы это слово часто встречаете. И у вас написано в домашнем задании «Метни укуюнус». Прочитайте текст. То есть метин – это текст. А прочитайте текст будет звучать как «Метни укуюнус». Прочитайте текст. Обычно в домашних заданиях всегда даются вот такие текстики, и к ним написано. Прочитайте текст, ответьте на вопросы. Нехир. Это страниц, что? Блин. Хм? По 5 страниц, такие тексты, блин. Да, да, да. Прочитать, а потом еще и ответить на вопросы. Правильно? Нехир. Что такое? Хорошо, усложняю. Правильно. А ырмак? Ырмак – это тоже река. Это тоже синонимы. Нехир и ырмак – это синонимы. Тоже очень много таких слов, которые между собой значат одинаково, но пишутся по-разному. Называется «эш анламны келемилер». Это слова с одинаковым значением, но с разным написанием. Вот такие, как «исим» или «ад», «шехир» или «кент», «нехир» или «ырмак». Это все слова между собой синонимы. То есть «нехир» и «ырмак» одно и то же, «исим» – «ад» одно и то же, «шехир» – «кент» одно и то же. Ну хорошо, «нехри» – это будет… Например, Биним Нехим, моя речка. Омуз. Где у нас Омуз? Кто может показать, где у нас Омуз? Да, Анастасия? Это плечо. Плечо, вот, правильно. Омуз. Кстати, сумки, которые мы вешаем девочки на плечи, называются Омуз Чантасы. Это наплечная сумка.
ту, которую мы на спину вешаем, это называется сырчантасы. Видите, у нас сумки все называются по нашим частям тела. Есть эльчантасы, это клатч, маленькие такие, как кошелечки в руках. У меня все сумки есть. Ох, какая ты везучая. И колчантасы есть даже, которые мы вот здесь носим с короткими ручками. Ну, ты модница у нас. Ну, дальше идем. Омус, омзум. Мое плечо будет называться омзум. Здесь тоже потеряем букву. Оул, сын, оулум. Говорят здесь мамы детям. Оулум, сынок, мой сынок. Ресим, это рисунок, картина, картинка. Ресмим, мой рисунок. Шехир, город. Шехрим, мой город. Вакит, время. Вактим, мое время. Беним вактим йог, например. Слышали такую фразу, кто здесь был? Беним вактим йог, у меня нет времени. Или вактин варма, у тебя есть время. Вактин варма. Зехир, что такое зехир? Зехир – это яд. Зехри – там чего-то яд. Например, зехир ли елан? Кто догадается, что это такое? Зехир ли елан? Отравлять, может быть, нет? Елан. Помните, раньше говорили елан? Нет. Змея. Зехир ли елан? Отравная змея, ну, которая отравляет людей. Ядовитая змея. А, ну, в принципе, Зехирли елан. Если увидите слово зехирли где-то, знаете, что это опасность. Иногда на некоторых там порошках и прочем написано зехир, значит, это яд. Аккуратней с такими вещами. Бывает еще зехирли мантар. Это что такое? Кто знает мантар слово? Дальше. Вспомнила? Отруйные грибы. Правильно, молодец. Это ядовитые грибы. Зехирли мантар. Они тоже очень опасные. Они всегда такие яркие, красивые, но их нельзя даже трогать. Настолько ядовитые. Некоторые грибы вообще там капелюсечки достаточно, чтобы сразу умереть. Поэтому с грибами очень аккуратно. Кто ходит за грибами, без взрослых ничего не пробуем. Зехирли мантар. То есть, если видим слово зехир, понимаем, что это опасно. Ну, давайте еще посмотрим, какие части тела у нас будут интересными. Например, мы сказали с вами слово баджак. Баджак у нас на конце буковка К. Аяк на конце буква К. Пармак тоже на конце буква К. Кулак тоже буква К. Все вот эти слова, в которых у нас на конце буква К, мы эту букву К, если будем говорить, что это моя нога, или там мое ухо, или мой палец, мы будем заменять на мягкую Г. Вот как здесь. Аяк пармак, например, ножной палец. Видите, буква К в слове пармак перешла в юмуша Г. Аяк пармак. Беним аяум. А как сказать мое ухо? Как сказать мое ухо? Беним кулак. Нет, беним кулак, это не получилось. Беним получилось, а вот кулак, что мы сделаем со словом кулак? Беним. Беним кулак. Правильно. Беним кулаком. Мое ухо. Мы букву К поменяем на юмуша Г, чтобы сказать, что это мое ухо. Представляете, сколько нам всего нужно сделать, чтобы всего лишь сказать, что ухо мое. Беним кулаам. Беним пармаам. Это мой палец. Моя нога. Кто скажет? Беним баджаам. Баджаам. Правильно. Беним баджаам. Моя нога. Так. Ну, что мы еще не сказали? Вроде бы про буквы К все сказали. Про там, где выпадает, все сказали. Я вношу группу с домашними заданиями, скину вам потренироваться, как это все буквы поменять, где буквы потерять.
попробуйте сделать. Надеюсь, у вас получится. И на следующем уроке разберем по частям, что у нас, например, есть внутри. Интересно вам будет посмотреть, какие у нас есть органы, например. Дальше. А где взять группу с домашними заданиями? Мы просто маленькие. У нас эта группа, я скину в наш общий чат, и мама пусть в общем чате посмотрит и зайдет в группу, которая у нас специально для домашних заданий. Я после занятия скину на нее ссылочку в общий чат. Вот, я там иногда кидаю домашние задания для желающих, кто там уже есть, их видит, кого там нет, можете сегодня после занятия зайти. И потом будет у вас тоже домашнее задание. Интересно вам будет на следующем уроке посмотреть всякие органы, как называются всякие части. У многих будет это по школьной программе. Да. Нет? Неинтересно? Софье неинтересно? Ну хорошо, мы поверхностно посмотрим тогда, что и как, и пойдем дальше разбирать наши правила. Попробуем соединить с глаголами наши части тела и сказать, там, что я, например, могу. Поднимать рукою я могу. Например, я могу прыгать, приседать и так далее. Да, Софья? Можно разобрать всякие там гаджеты, как называются, вот это вот такое? Ну, гаджетов же ж не так много, ж там все легко. Скажу сразу тебе. Компьютер, бельгисаяр. Это который стационарный в основном. Тот, который у нас ноутбук, называется лэптоп. По-иностранному лэптоп, а по-турецки, вот чисто турецкое его название, это диз үстү билгисаяр. Что такое диз? Мы сегодня смотрели. Вот он наш диз. Это колено. Диз үстү билгисаяр. Это наколенный компьютер. То есть мы же его ставим себе вот сюда. Видите, нам эти названия уже пригождаются. Дизюстю бельгисаяр. И планшет называется таблет. Таблетка. Тоже почти по-медицински. Таблет. Мы ее тут шуточно называем таблетка. А так она называется таблет. Какие еще гаджеты интересуют? PlayStation. Так и есть. PlayStation. Она никак не меняется. Или ее еще называют по-турецки oyun консолю. Oyun консолю – это игровая приставка. А есть наушники? Еще? Наушники. Как называется ухо? Ухо как называется, да, Анастасия? Кулак. А если мы добавим лык, кулак, лык – это наушник. То есть гёз у нас глаз, гёзлюк мы пользуем на глаза, это очки. Кулак – это ухо, кулак-лык – это что мы пользуем на ухо, наушники. А вот это лампа для вот этого вот освещения. Для какого освещения? Ну... Маса үстю ламбасы, просто настольная лампа. Угу. Маса үстю ламбасы. Да. Настольная лампа. Еще какие гаджеты интересуют? Вроде больше никаких ощущений нет. Я же говорю, телефон, он так и есть телефон. Oyun – это игра. Майнкрафт, он и есть Майнкрафт. Roblox тоже Roblox. Да, Анастасия? Я хотела спросить про Roblox. Да. Roblox, он так и есть Roblox. Он на всех языках так называется. Угу. Название игр меняется. Ну все, еще вопросы есть? Тогда на сегодня давайте заканчивать. Я подумаю, какую вам тему на следующий раз сделать интереснее. Может быть, мы одновременно и поучим глаголы наши действия и руками, и ногами, и заодно, это ж в игре точно так же звучит, прыгать, перепрыгивать. Бегать. Будет сразу и туда полезно.